Так, ну что, дорогие друзья, снова врываемся в прямой эфир. Вам большой-большой привет. Если вы не знаете, где вы находитесь, я вам сообщу. У нас все квалификация на International, который четвертый. Уже больше 5 миллионов долларов вставляет на призовой фонд. Очень-очень круто. Ну, а мы с вами отбираем лучшие команды, которые поедут у нас в Сиэтл в конце июля. И сейчас второй раунд у нас этой всей квалификации. Arrow против Execration. Очень-очень интересные две команды. Опять же, тоже много на эти команды ставят. Ну, в плане того, что имеют они неплохие шансы пробиться именно в четверку лучших по итогу Robin Rounds. И будем за их движением, собственно, смотреть и наблюдать. Итак, Execration у нас играют за Reddit, за Tire играет Arrow Gaming. Хочется, наверное, сейчас посмотреть статистику этих команд, да? Собственно, как они показывали себя в течение года. Итак, XTN у нас... 26 официальных матчей было сыграно, 42,3% не так уж и много мы видим. Arrow 34 профессиональные игры было сыграно, у них винрейт хороший, 4,7%. Ну, понятно, что среди этих обеих команд Arrow подходит в качестве фаворитов, конечно же, к матчу. Видим, в среднем у них побольше киллов было сделано, побольше смертей и ассистов тоже больше. Это говорит о том, что они чаще нападают, больше играют в агрессивную доту. Ну и выиграют, конечно же, тоже чаще. По лосхитам и фармят лучше, КПМ, XPM тоже видим получше. Ну, да, может быть, конечно, я немножечко соврал, когда сказал вам, что обе команды претендуют, скажем, на топ-4, но вот в большей степени, конечно же, Arrow к стенам придется не сладко явно в этой квалификации, потому что топовые команды здесь собрались, и выявить сильнейшего из них, конечно же, будет очень интересно, но их CTN придется постараться. Ну, это у нас что касается статистики. Возвращаемся мы с вами на пик. И давайте будем смотреть. Итак, у нас BG01 на капитанском слоте. Видим, забанил Нагу Сирену и Эмбер Спирита. Arrow у нас Джонни на капитанском слоте забанил Батрайдера и Штапорейшна. Ну, и Execration забирают Инвокера себе First пиком. Ну, Execration у нас это ребята из Филиппин, если я не ошибаюсь. Да, так и есть. Arrow у нас, собственно, ребята из Малайзии. Вот так вот. Вот мне просто интересно, остановилась ли статистика за первый раунд. Просто у нас 4 параллельных стрима, как вы знаете, поэтому тяжеловато следить сразу за всеми матчами. Хочется, конечно, быть в курсе, кто выигрывает, какие у них там уже показатели есть. Вот, если сейчас обновилась сеточка, это будет просто волшебно. Я сейчас попытаюсь вам показать и себе тоже, в принципе, посмотреть. Так... Ага, 3 матча было проставлено. Arrow свой первый матч выиграли. Играли, по всей видимости, против команды RRQ. Ну что, очень интересно, с победы они начали. XTN начали с поражения. По всей видимости, проиграли они ребятам из Сайф. Ну, действительно, вот Сефир, Arrow и Сайф — это те самые три команды, которые явные фавориты этой квалификации. Тут уже, наверное, не поспоришь. Но вот за четвертый слот, конечно, здесь будет драка. Хочется, конечно, выделить и Оранжей. Хочется выделить, может быть, и где-то корейцев, если они зажгут. Но у них там, по-моему, матч еще первого раунда играется. Ну, такое. Итак, пики. Смотрим дальше. Дума забирают себе Arrow Gaming. Второй пик. Ну, составы, конечно же, неизмененные. Джонни, Лэнс, Ксянг, Зай, Мазун и DDZ играют в составе Arrow. Ксетены, BG01, Капитан, Нинджа, Буги, Абенджа, Эва и Фокс. Ну, Тринта забирает Arrow Gaming. Вайпера. Моментальный ответчик. Это Execration. Ну, в целом... Трента мы видели с вами в рамках американской квалификации чуть ли не в каждом пике. То есть постоянно заезжает, любит его команды. И, как показывает практика, любят его не только американские команды, еще и вот азиаты нас тоже стараются брать. Угу. Ну и моментальная цветочка Вайпер — это, в принципе, неплохо на самом деле. То есть 2 милишника у Эра уже есть, а Вайпер, как вы знаете, достаточно неплохо их катит и неплохо с ними расправляется. Будет замедлять и взаимодействие. Достаточно плотный персонаж. Так, ну что, на вторая стадия банов пошла. Посмотрим, что будут убирать обе команды. Ну и, конечно же, стоит отметить First Pick. First Pick Invoker от Execration. Это очень интересно и очень сильно. Ну, вот банит пока Вивера, мы видим. Окей, что же будет дальше? Кстати, ребят, с этой карты уже можно смотреть Dot TV, можно слушать русскоязычные комментарии. Мы теперь все свои проблемы порешали, и поэтому... Во всеоружии, что называется, везде вещаем, скажем. Так что смотрите нас на наших старалдер-каналах и, конечно же, смотрите через клиент Dota 2. Везде... Reserve time. Везде все есть. Вот так вот. Так, минус Nature's Profit от Arrow Gaming. И еще по одному бану осталось сделать. Atwell 2 решили забанить. Dire team ban.
Ну, минусуют мидера, понятное дело, то есть у Execration, то самих мидер-то уже имеется, а вот у Arrow Gaming нет, поэтому неприятного мидера для себя нужно убирать. Но в свою очередь, видим, с оффлейнером пока разобрались ребята из Arrow. Побавится немножечко, видим, какого-то сплитпуша, но в целом Nature's Prophet, конечно же, тоже неприятный персонаж. Ну и last ban в этой стадии. Напомню, ребят, что сегодня у нас только-только началась вот эта вот все квалификация. Первый, получается, игровой день в рамках этой квалификации. И 7 матчей Best of 1 нас всего ожидает. Осталось всего 6, включая этой, на каждом стриме. Так что сегодня вам не рекомендуется вообще посещать работу, учебу или что-то еще. Вообще забудьте про это пока квалификации. Просто настраивайтесь на то, что до вечера, до начала вечера будут идти у нас стримы и будем смотреть. Ну а завтра уже вернемся тоже примерно с утра и будем продолжать. Там у нас останется по 4 матча. Минус Darkseer убирает еще одного оффлейнера, ребята, из Zero Gaming. И пошла вторая стадия пиков. Ну что, тренд хорошо, но тренд один пока слабовато в качестве суппорта. Желательно взять что-то еще. Беру Дазла. Связочка суппорта получилась хорошей. Ну и Execration. Теперь очередь их. Так, что будем брать? Ну, в принципе, основных персонажей уже набрали, да? То есть есть, ну, так подозреваю, Вайпер будет у нас в качестве керри-героя, инвокер в качестве мидера. То есть, ну, желательно бы набрать суппортов сейчас. Суппортов под Вайпера. Ну, тут, на самом деле, вариантов просто миллион. Забирает Фрейфкинга. Кстати, Фрейфкинга мы уже видели на этом стриме во второй раз. Ребята из Зефир Дота Фрейфкинга уже брали в качестве семи-суппорта. Получилось замечательно. Ну, и в целом, также хочется отметить тот факт, что действительно Фрейфкинг популярен не только в американских квалификациях среди американских профессиональных команд, но еще и вот и все команды им тоже не брезгуют. Берут. И достаточно активно берут. Ну что, через какого керри будем играть Arrow Gaming? Ну, я сомневаюсь, что Doom пойдет как керри-герой в триплу, то есть скорее это будет какой-то оффлейнер, возможно, даже мидер в меньшей степени, конечно же. В целом, как оффлейнеру мне нравится больше. Reserve time. Ну вот керри или мидера сейчас нужно взять. Ну, на роль мидера, конечно, есть просто миллион вариантов. Опять же, паки, шторм спириты, темпларочки, это все не было забанено и взять действительно можно. Или Dragon Knight. Ну, такой больше, знаете, азиатский пик, то есть такой мидер, поплотнее, помощнее, там, с хорошим потенциалом блейд, там, и с пушением тоже. Так что, хорошо, забираю Dragon Knight'а. Мидером определились. Ну, Execration, Wraith King, Viper. Замечательно. Ну, я пока так по дефолтному варианту это в качестве триплы обозначаю, да? То есть осталось кого-то суппорта еще взять. Кто пойдет? Ну, хочется как-то под Viper что-то взять. То есть, я не знаю, есть, конечно, активный стан уже. Замес есть, кому инициировать, есть, кому начинать. Может быть, цифровый вариант какой-то, не знаю, что-то типа Shadow Демона. Почему бы и нет? Soul Catcher будет здесь весьма, кстати. Можно, да, вот Shadow Demon, кстати, будет организовать неплохую связочку. Invoker плюс Shadow Demon, да, Disruption плюс какой-нибудь Sunstrike там. Тоже выглядит неплохо. Ну или Рубик, в принципе, как вариант, тоже неплохой. Здесь будет, есть что воровать. Может, Dragon Formus воровать. Там Doom, опять же, полезные ультимейты есть. Overgraph от Trend Protector. И Рубик у нас тоже не в бане. Ну и вот BG01 нас задумался. Окей. Ждем. Ого! Вот это поворот! Вот это дали! Drow Ranger заезжает на четвертым пиком от Execration, и это, вы знаете, это просто заявка. Вот, вот спрашивают постоянно, да, то есть как играть в какой-то, ну, скажем, относительно слабенькой команде против явного, скажем, команду там, я не знаю, которая претендует на топовые места, да. Если вы понимаете, что, может быть, в индивидуальном плане вы слабее играете, в тимплее где-то тоже проигрываете оппонентам, как выигрывать? Выигрывать можно неожиданно. Вот Drow Ranger в данном случае действительно неожиданно. Это очень интересный пик. И если смогут его реализовать, конечно, будет красиво.
Да, ситуативно, ситуативно получилось. У нас последняя стадия банов минус Enchantress. Очевидно, что действительно сейчас не хватает какого-то суппорта. Ну, у нас как получается? Draw Ranger точно керри-герой. Wraith King получается точно суппорт. Вайпер на сложную, скорее всего. Invoker в мин действительно суппорта не хватает Execration. Минус Enchantress. Так, ну и у Arrow Gaming не хватает какого-то керри-героя. Хочется забанить такого керри, который бы весьма неплохо расправлялся с Draw Ranger. Мне почему-то кажется, что это какой-то Слардар, может быть. А, ну вот в целом неплохо и Сларк бы тоже смотрелся. Избавились от него. Ну и Last Pick от Arrow Gaming. Как будем контрить эту Траксу? Чем будем контрить? Ну, Dragonite Doom неплохо, но подозреваю, что они не доберутся просто-напросто для Draw Ranger. Потому что впереди этой Draw Ranger будут стоять Viper и Wraith King. И, конечно же, Invoker с костами. Нужно что-то такое... врывающиеся, желательно, с даггером каким-то, прыгающие и убивающие. Но мне вот точно нравится Лордар. Не знаю. Опять же, милишный персонаж, казалось бы, плохо, наверное, 4 милишника в команде иметь. Разо решили ребята из Arrow Gaming. Ну что, разор так разор. Last pick от Execration, должен быть какой-то суппорт, и будем смотреть за этой каткой. Да, давайте быстренько тогда статистику еще глянем, да, то, что вам статистику не показывал. Показывал статистику вам, да, просто я еще раз хочу убедиться в том, что... Ну, не знаю, Arrow играет очень-очень агрессивно, CTN взяли True Ranger, это действительно для меня неожиданность. Я, к сожалению, сейчас не могу показать, были ли какие-то игры вообще... У ребят из XTN с Draw Ranger, какой винрейт. Попробую это потом сделать, конечно. Ладно, потом в процессе игры я сейчас как раз поищу. Лишака забирает, тоже очень интересный пик. Давненько я не видел этого суппорта. Но в целом пики уже комплектованы, а за реализацией будем смотреть уже прямо сейчас. Давайте поставим тут ингейм и... Поехали. Так, кто на ком, зачем и почему? Ребята из Arrow Gaming, играющие за Tireland, забирает себе Дума, Джонни. Капитан команды играет на Trend Protector, DDZ взял себе Dragonite, Xiang Zai будет играть на Разорчики, ну и Мазун на Дазле. Ну, ребята из Execration, капитан взял Wraith King Abidjan 0-1, Ninja Boogie играет на Draw Ranger, Fox Лишачок, Avenge играет на Invoker, ну и остался только Viper. Так, ну и пока напикивают, я, наверное, попробую вам показать сейчас... Вот меня интересует... А, тут почему-то какой-то старый состав забит на Ninja Boogie. Fox есть, а Benja... Окей, видимо, не получится. Ну ладно. Ладно, обойдемся тогда без статистики. Так. Ставим Dobby Token-то. Ну, давайте посмотрим, кто на ком будет исполнять. Ну, тут мы уже, в принципе, видели, чем будут заниматься ребята из XCTN. Arrow, расстановка линии какая? Дидизи пошел миди на Драгонайте. Здесь Мазун бегает на Тазлике, будет расставлять варды. Ага. Вот я, кстати, немножечко здесь озадачен. Ребята Мизеро, вот Дум в качестве керри-героя идет на легкую линию, а Разор в качестве оффлейнера. С сапогом. Не, ну против Draw Ranger вариант хороший. Только проблема в том, что Draw Ranger будет не одна стоять, а будет стоять суппортами. Которые не позволят Разору так вот спокойно кидать статик линк и... мешать Траксе как-то фармить давай. Интересно очень. 30 seconds to battle. Ну, пока мы не видим каких-либо забегов у нас в одну или другую сторону, почему сами ребята не идут, просто расставляют какие-то варды на рунах преимущественно, да, ну и ждем тогда спауна крипочков. Так. Так, ну вот DDZ на Dragonite в миде у нас будет стоять. И посмотрим, как у него, собственно, получается вообще играть на этом героя. Сейчас вот я вам даже покажу, наверное.
Ну вот, видим, Драгонайт у него один из самых любимых героев. Кстати, 66,7% у него винрейт составляет. Лучше, конечно же, он играет на инвокере. 100% вообще винрейт у него на Эмберспирите. Но Эмберспирит был в бане. Молодец, в среднем делает киллов 7,6, 8 ассистов. Да, действительно, играет весьма-весьма неплохо. Это персонаж. Ну, встречается он против Абенджа на инвокере. Ну и снизу трипла. Снизу трипла, да, и вот интересный рогейминг придумали. Разор на сложной линии. Как бы он здесь не нафидонил, конечно. Здесь уже готовится вылазка от CTN. Смотрите, прогрызается дерево. Биджин 0-1 пошел. Но Ксиангзай, конечно, шарит. Шарит, да, что такие вылазки вполне возможны. И не подставляется. Не подставляется под эту атаку. Окей. На топ-линии пытается гонять вайпера. Тут залетает, кстати, личси. Точно даже неплохо накидывают здесь эрол. Смотрите, пробивает. Его еще пару тычек с руки нужно дать. И дерево. Боже, какие же это бешеные плюхи. На ровном месте просто забирают вайпера нас со сложной линии. Это интересно. Это очень интересно. Я его здесь немножечко нафидонил. Poison Touch моментально получает после того, как уже вернулся после смерти. И снова на него пошла атака. Да, здесь, конечно, играть нужно немножечко поаккуратнее, не подставляться. Есть у него куча хилочек, просто возьми, да здесь стой, терпи, собственно, под своим тауром. И все будет урайт. Так, ну в миде у нас, видим, инвокер. Кстати, пока куасовский инвокер. Очень интересно будет посмотреть, какой его вида раскачку он возьмет. То есть это будет ли куасовский, либо куасокзорский инвокер. Ну а в целом, что нужно в данной ситуации? То есть манозависимых персонажей, по сути дела, немного. Да, то есть даже если он выжирает там 500 МП там в приоритете, да, то есть 550 даже на последнем уровне прокачки, то... Ну окей, Дум все равно свой Дум даст. Тут без варианта. Драгонайт все равно прожмет форму. Ну, я не знаю. Да, то есть, ну, не знаю. Наверное, есть смысл все-таки класс ксордского инвокера сделать. Агрессивного такого через Forge Спиритов и давить оппонента. Кидается от страйки, может быть, где-то заметь, конечно, очень пригодится. Тем более, что активных станов очень много у команды из стен, потому что есть два суппорта, по сути дела, которые этими станами обладают. И под эти станы санстрайки залетают весьма хорошо. Под эмизом заходит Лишак у нас, смотрите. DDDZ может, в принципе, подставиться под эту атаку. Рядом стоит еще и Wraith King. DDZ почуял неладное, выдает профайр, моментально отходит под тауэр. Ну, была инфа, по всей видимости, здесь от оффлейнера, и... Он решил не рисковать или рисковать? Так, торнадо залетел все-таки через Куасвецкского. Инвокера будет играть у нас Абенджа. Да, ну и ничего не получилось. Ребята из XTN, собственно, они убегают теперь на топ. Ну и, кстати, я не думаю, что хорошая идея вообще оставлять Рейнджера в соло против Разора. Разор по определению должен свою линию выигрывать будет тогда. Вот, ну, кстати, Глинк уже вкачал, есть сапог. Так, меня в Dota TV, говорят, не слышно. Ну-ка, сейчас я включу. Раз. Вот, в Dota TV мне теперь хорошо слышно. Сори, ребят. Так. Ой, вайпер опять будут принимать. Смотрите, залетает нас Дазл. Poison Touch давать не захотел. Ну и, соответственно, Транспротектор тоже не подоспел к своему оппоненту. И под смоком. Снова бегают ребята из XTN. Пытаются кого-то забрать, пытаются синициировать, но не получается. Здесь играет очень аккуратно. Посмотрите, если мид разделит на две части, да, то есть налево-направо, то стоит как раз-таки преимущественно от противника, от возможного ганга. И вот за эту линию, видим, он не выходит. Соответственно, и ребята из XTN фраг сделать тоже не могут. Так, ну вот вайпер пока терпит, видим сапог рингов протекшн, один скрипов, кстати, убил, что весьма неплохо. Лэнс через Деваур, левел 3, вкушал уже тролля, имеет сеточку. Close of Hest, будет делать себе, во всей видимости, фаст мидас. Ну, вайпера, конечно, ему накидал за спину. Ну и смотрите, еще пару таких плюх и убить-то можно. Но нет, дальше вайпер не пошел. Да, ребят, Dota TV сейчас слышно будет, все будет хорошо. Так, здесь у нас делаются двойные пулы в исполнении Arrow. Ну, суппорты пока знают, чем заниматься. То есть, ну, правильно, что Думу... У Дума не нужно воровать экспу, не нужно воровать у него денежки. То есть, он спокойно должен фармить. Но суппорты должны просто делать пулы. Ну, причем очень интересно, да, то есть, XTN играет в агрессивных суппортах, у них ничего не получается. А пассивный суппорт от Эру, получается, вывозит больше в результате, да, потому что стоят и делают пулы. Очередная попытка вылезти в мид, здесь снова не подставляется. И смотрите, тут еще Джонни пошел на Эва, Эва на развороте, пытается драться. Если слишком далеко забегаешь, получишь Poison Touch, можешь и отъехать. Мазун. Его прям агрессирует. Так, ну и снизу, Разор. 10-1 КС, не очень-то и хороший. Ниджабуки, левел 5, сапог 28. Ну, в принципе, крипсат хороший. Однако не топовый на карте. Это значит, что Разор свое слово на линии говорит. В общем, достаточно веское слово получается. Ну, потому что он просто вот не дает Рорейджер фарм. Накидывается эти клинки. Ну, то есть он видит, да, и прогоняет. Кстати, фейзы уже имеет. Плюшка достаточно хорошая, увесистая, мощная.
И на топе. Суппорты подходят, пытаются лицензировать, но разбежались ребята из Zero Gaming. Просто никого не зацепить. Залетает, конечно, до ТВ какой-то поздно атак. Но в целом уже по тауэру находится Doom и не подставляется. Фокс тоже здесь. Очень много белых бегали, два суппорта. Вот видим, что Лешак себе был второй, еле-еле получил бич 0-1. В принципе, то же самое. Ну, а здесь суппорт уже уровня четвертого. Тренд третьего. На порядок выше. Просто на порядок. Так, ну давайте мидеров быстренько сравним. Итак, инвокер у нас имеет КС 32 на 15. В эту, в свою очередь, Драгонайт 20-0. Кстати, линию проигрывает. Ну, это, в принципе, не мудрено. Это инвокер рейнджевой атакой. Плюс играет через Квас, Векс и всего лишь Драгонайт. И лишний, который раз в пачку, и то не всегда выдает брефайр. Ну, конечно, Бенджи выгоняет. Есть уже фейзы, есть 0 талисман. Посмотрим, что будет дальше. Ну, квазвексовские инвокеры обычно не собирают себе Мидаса, они собирают себе Drum of Engines и какой-то форстаф и бегают просто, лишают маны противника, пытаются инициировать через колд-снэпы. Так, кстати, вот здесь на топ, на нижнем лейне может получиться какая-то атака. Ксянг Зай накинул статик линк, выжирает, смотрите, неплохо, дроу рейнджер, много высыл, плазмофил заезжает. Опасный это Ксянг Зи. Торнадо пошло, хорошо. Колд-снэпы, троем, конечно, растерзают здесь у нас этого оффлейнера команды Arrow, делают фраг, там теперь нема так ответная. Пришел DDZ, стан BG 0-1 будет, конечно же, умирать. Ну и 2-1. Ну, правда, здесь, конечно, Arrow потеряли оффлейнера, сами забрали суппорта. В целом, размен, конечно, в пользу к стен, но могли и забирать без потерь. Так, ну, Тракса покупает себе, кстати, тоже призы. Есть Рэп Бентли, вот 7-й. Посмотрите на эту прокачку, писалица. Очень интересный скилл-билд. Frost Arrows на 3 и аура тоже на троечку. Ну что, продолжает давить топ-линию ребята из Arrow. Ну, пока Драгонайт имеет, собственно, форму. Нужно, конечно же, тавр поддамажить, тем более есть Эйдж Крип. Вот он. Ну и 4 игрока из Arrow. Такой пуш силы не могут продемонстрировать ребята из XTN сейчас. Элементарно маны не хватает у Фокса на Диаболике и нет Форжа Спирита. Поэтому вынуждены отступать снизу. Один разорок тут нормально откидывает. DDC сапог ботал, левел 6, продолжает фармить мидлейн. А Бенджа возвернулся также в мид. Ну и здесь, в принципе, тауэр снести тоже не получилось. Эва получает себе левел 6, сапог белт. Ну, в целом, неплохо 30-1 у него КС. Даже получше дела, чем у того же самого Разора на оффлейне, у которого есть смерть и КС на порядок ниже. Так, давайте посмотрим. 8 минут игры у нас позади. Что же там произошло? Arrow сперва доминировали, сейчас вышли немножечко вперед их стен. В целом, графики пока на нулях держатся. А вот по XP видим их стены на 400 в плюсе. Лэнс купил себе, конечно же, Мидас. Сапог тоже имеет левел 5, пока без дума. Ну и Вайпер, конечно, начинает себя вести очень-очень бальяжно. Ну, то есть, как таковой триплы уже не осталось, поэтому можно вот так вот противника немножечко ядом травить. Закидывать поезд на атаке. Купил себе, кстати, ПТ. Вроде неплохо. Ну и на топ-лейн. Перемещаются у нас ребята из XTN. По всей видимости, будет какая-то атака. Далее вешается Living Armor на тауэр. Хочет его подхилить тренд. Давать как-то не особо охота. Левел 2, кстати, Living Armor. Кстати, купил себе уже медалью. Что падает тауэр, есть диаболики. Глиф фортификейшн, понятное дело, здесь тоже нет. Пытается ли у нас Dazzle's the Night? Нет, не пытался. Неправильно сделал. Ну и Вайпер зарабатывает себе денег. Так, торнадо ЕП пошло на Драгонайта под формы, колдснэп. И в соло, конечно же, АБДЖ не заберет этого DDZ, но продамажил неплохо. Так, на топ-лейнис может быть атака. Doom пошел вперед на Фокса. Дал сеточку, Poison Attack, и вот хил хороший получился от Назла, очень даже неплохо, забирает Лишака, откидывается Эва и вынужден отступать. Ну, на ровном месте фраг сделали, убили суппорта, 3-1 в пользу Эру. Ну, смотри, третьего уровня, конечно, Shadow Wave, очень сильно он продамажил. Так, сирене Draw Ranger, соло, забирает Разора, хорош, ниндзя буги. Фейзеринг Факвилла 2-0-0 имеет стат. Казалось бы, не самый топовый КС на карте был у него поначалу, но сейчас подтянулся немножечко. Опять же, без сайленса играет. Ну, в принципе, наверное, ему и не нужен. 1500 монет сверху есть. Очень интересно будет посмотреть на айтем билд эту Дроу Рейнджер. То есть, какую Дроу Рейнджер мы хотим здесь видеть? Ну, вспоминается, конечно же, Дроу Рейнджер у нас от товарища Eternal Land, да, который любит собирать себе всякие даггеры там, момы и прочую-прочую гадость на Дроу Рейнджер. Из такого же разряда у нас Ninja Boogie или же нет? Ну, вот, из такого же. Покупает себе мом первым артефактом. Поехала, изи-каточка. Ох, сейчас, конечно, куски от Эро будут разваливаться.
Да, мом, это сильный вариант. Ну, в принципе, при такой пока... При таком комфортном фарме от Роу Рейджер и при счете 2-0 она может себе позволить купить мом. Главное с этим момом потом не нафидонить, иначе начнутся большие-большие проблемы. Очень-очень специфическое решение, очень экспериментальное и очень наглое решение от Ninja Boogie. Ну что, мом куплен. 53 на 13 КС, левел 9 с дэмэджем. Все в порядке. Посмотрите, у нее на 10 минуте, на 9 левеле у нее уже 100, ну, грубо говоря, 80 дэмэджа. С руки. А это же спешная скорость атаки под момом. А это еще и с замедлением от Frost Arrows. Если, ну, кто-то другой будет танчить ее команды, да, она сзади будет настреливать, она испепелит пол команды. А вот пошла за ней уже вылазка. Должна сработать такая керевская чуйка сейчас у Ninja Boogie. Как у Человека-паука такая опасность. И Ninja Boogie. По всей видимости, чуйки у него такой нету. Просто-напросто DZ тоже заходит под формы, дает стан. Ninja Boogie большие проблемы. Ментальный сейф ТП нужно сбривать до какого-то... Да, успели до инвокера слить. Она, конечно, развороте пытается их стены подраться, но, на мой взгляд, это не стоит делать. Без маны оставили Драгонайта, стан он не даст. И по тауру спрячется. Там вайпер, смотрите. Придется против Дума. Ой, это был просто наглый байт. Ай, проблему, Эва, Эва. Ну, развели его, конечно, здесь. Ребята из Arrow. Ну, Ланс прекрасно понимал, что у него очень много ХП. На самом деле, под скорость торфом хороший ХП реген. Ну, и в целом, конечно, приятный у него был съеденный крип. Кентавр, поэтому был варстомп. Ну и, в принципе, конечно, Дазл тоже молодец, вовремя потянулся. 5 ошибках ловит противника. Вот сейчас снизу очень неудачно отдался. Отдалась Draw Ranger, Viper на топе отдался. И вот таким вот темпом, конечно, можно игру-то и проиграть. Покупайте ПТ и Брейсер Драгонайт. 800 монет у него стало лишних денег. Посмотрим, какие артефакты он будет выходить. То есть это либо БКБ, либо какой-то Shadow Blade. Джонни продолжает бегать у нас с Медленным Core Rage. Бегает Doom. За ним атака. Здесь Fox, левел 5, кстати, Viper. Покупайте себе хатресочку и еще и Клоаку. Ну, вот тут. Такого вайпера действительно здесь нужно видеть. Вайпер, который будет танковать. Именно в качестве танкующего персонажа, который будет впитывать в себя много-много дэмэджа. Прикрывая своей мощной спиной, конечно же. Мощной грудью, точнее, Draw Ranger. Ну, дровка, видим, после смерти возвращается на легкую линию, пытается фармить дальше. 763 монеты есть, еще и покупает себе бенд. Ну, в целом, Яша, Манта Стайл, хотя в данном конкретном варианте неплохо было бы купить себе какой-то БКБ. Разор у нас тоже покупает себе хатресочку, тоже будет у нас танковующим персонажем. Есть уже и Баклер, но дело за малым, купить себе рецепт на Миканзом, TTZ. 1000 монет имеет, будет ли Огар Клаб, посмотрим. Ну и где же тот самый Лэнс? Дум покупает себе Брейсер и Робот Де Маги, будет делать Драма Фэджерс. Ну и 14-й минута встречи, давайте взглянем на графики. Графики нас показывают то, что их стены впереди. Кстати, какие бы ни были хорошие ганки от Эро, в любом случае фармят их стены покруче. Ну, по XP, а вот Эро, видим, немножечко впереди. Инвокер он собирал себе на Обливион Став, кстати, будет делать себе Окет, и Окет будет достаточно быстрым. И вешается Смок. Смок на пятерых, побежали. Их стены, кого-то искать. Угу. Ну, потеряли противника из вида, подумали, что они там, наверное, на Рошане. Может быть, сами им зайти, а и убить его. Ну да, да, есть Дроу Рейнджер, бешеный. Бешеная атака, опять же, пассивка качественно на максимум. Что дает, в принципе, его и тиммейтам неплохую атаку. Видим, плюс 35 уже даже лишака есть. У Вайпер там плюс 41. Ну и очень-очень быстро пробивает Рошан. Смотрите, не знают об этом ребята из Arrow. Это Аегис будет в пользу их стен. Ну, конечно, разберет Траксан. Разбирает. 1200 монет у него есть. Неплохая такая вылазка, на самом деле. Даже Тауэр не потеряли. Юсик и Фортификейш. Смотрите, со спины будут заходить. Может, очень интересная драка получится. Arrow просто некуда деваться. В рассыпную не получится. Заходит Аса Бенч, одного поднимает торнадо. ЕМП в целом не касается никого. Ninja Boogie зашел, подстав, поставился. Ninja Boogie, куда ж ты первым? Ты лезешь, профайр моментально теряет он Аегис. Оверграф. ЭВ получил Doom. Ну, начинает раскладываться ребята из XTN. Здесь, ну, нечего, нечего просто ничего они не могут сделать. Да ладно, Ninja Boogie включает мом, пытается уйти. Минус 3 уже, с учетом Аегис это было минус 4. Плохая драка от XTN. Как же неудачно зашли. И опять же, большие вопросы, почему первый идет Ракса? Зачем? Не, ну понятно, есть Аегис, конечно. Но блин, Аегис можно так просто не тратить. Зачем это делать? Пусть первый идет Вайпер. Ну и Вайпер, конечно, тоже не самым лучшим образом ворвался. То есть дал торнадо по одному, ЕМП вообще ни по кому не попал. Смотри, Ninja Boogie пытается пробить у нас здесь ДК. Моментальный сейф ТП.
И этот Траксе на халяву фрагов сделать не дадут. 2-8 в пользу Эро. 16-я минута встречи. Дом 1800 монет, левел 10. Джонни Аркейн Бутс, левел 6. Калгор Клаб. Все-таки БКБ. Но это правильно. Миканцы появляются с временем Мурасура. Должны были немножечко денег поднять с этого замеса ребята из Эро. Все-таки 4 фрага сделали. Да. На 1000 в плюс скатились стены. Пэкспиэр уже достаточно много впереди. Ну и бегает нас Ниджа Буки. Нужно же где-то, наверное, обосноваться и просто фармить. Много-много фарма. Купит себе в целом уже Яшу. Да, Яша уже готова. Ну и фармить, конечно же, дальше. Был бы Момс, было бы все повеселее у Ниджа Буки, на самом деле. Можно было уходить в какой-то глубокий-глубокий лейт и уже надеяться на то, что Вайпер затанкует вместе с Фрейкингом, а Тракса всех поубивает. Но без Мидас, конечно, сложновато будет себе вывести топовые шмотки за очень короткие сроки. Покупает себе Окет со временем Инвокер. Ну, в целом, достаточно быстро. С мида 16-я минута после фейзов 0 талисмана, Мэджик Ванда и ТПшечки. Вайпер. Без Миканзма до сих пор. Или есть Миканзм? Да, готов уже Миканзм, наконец-то нафармил. Ну, на оффлейне Эва там знатно натерпелся, на самом деле. Посмотрите, 0-3-0. И в том замесе получил сразу Дум, кстати. Что же, немножечко должны его удрочать. Ну, потому что сразу заткнули и сделать Вайпер вообще ничего не смог. Ни Вайпер страйк кинуть, ни поезд на так заплевать, ни тупо катить своего оппонента. Лэнс, приобретайте себе поинт-бустер первым артефактом. Вот смотрите, хардкерри-герой берет... Такой очень интересный айтем билд через Агони. Угу. Ну, вообще, конечно, я вот в лейте поставлю их стен. То есть за счет их героев. Потому что Вайпер, Врейв Кинг и Тракса это очень сильно. Против Дума и Драгонайта, ну плюс Разор еще. Эро, видимо, не стесняется игру затягивать. Пока активных действий не предпринимает, просто фармят. Видим, 1100 есть у Dragon Knight. Быть может, просто не хватает каких-то ключевых артефактов. В частности, БКБшки от Dragon Knight или от Разора. Еще какие-то артефакты на плотность, может быть. Ну и от Лэнса Дума. Вот собрались по миду здесь. Будет ли прожат смог, если он вообще... Да, смог есть, но вот... Что-то бегают сейчас. Не очень адекватные какие-то действия. Ну а ребята из X-Ten просредоточились и просто фармят. Левел 11. Тракса. Второй ультимейт уже. Ну и тычка. С руки уже носит 230 плюс дэмэдж. Видим 0.7 у него. Атака в секунду. В целом за 2 секунды 3 атаки. 3 тычки. Это по 600 дэмэджа за 2 секунды. Ну, в принципе, неплохо, да, с учетом резиста, опять же, там, физического урона, все равно достаточно увесистая плюха. Может быть, конечно, пока не пробивает Dragon Knight'а там, но вот такие, как Dazzling, например, Trend, там, Razor даже в какой-то степени, отлетать будет очень быстро. Ну, главное, опять же, повторюсь я, давать свободные действия в замесе для Draw Rage'а, то есть просто держаться, чтобы она держалась позади своих тиммейтов, а тиммейты, в свою очередь, вытанковывали. Ну и вот, именно для этих целей, тут у нас пытается Вайпер одеваться в плотность, есть уже Миканс Клоака, 1000 монет сверху, и Врыв Кинг. Брейсер Сапог пока, конечно, немного, только-только получил он себе левел 6, готово у него уже, в принципе, перерождение. Ну и видим, что обе команды решили просто пофармить, а там посмотрим, кто же в итоге покруче. Ну, в целом, фармят получше, как я вижу, ребята из Эро, понемножечко, но отыгрывают количество денег. По XP все вроде стабилизировалось. А, БКБшку покупает себе Dragon Knight. Дорошана еще, ну, очень-очень много. Ну, как лап появляется Draw Ranger. Ну что, БКБшку будет тоже фармить. Ну, мы, в принципе, об этом с вами тоже говорили. То есть в этом билде обязательно должен присутствовать БКБ. И чем раньше, тем лучше, конечно же. Ну, 2800. Лэнс накупит сейчас себе Агони. Да, вот у него уже денег хватает. Райт-кликом приобретает. Курьер уже летит. И посмотрим, что он с этим домом будет делать. На кого вешать? Ну, то есть, либо инвокер, либо вайпер, я думаю, да? То есть, собственно, вариантов немного. Эти персонажи самые неприятные. Один выкастовывает много спеллов различных. Так, теперь атака пошла, Dragon Knight получает колл-снэп, и БКБ на развороте подстанивает. Кого ж ты подстанил-то? Или Зелишака? Вот там пытается уйти инвокер, но за счет того, что он... Куасвексский инвокер у него в инвизе бешеный мув спит, и он этим пользуется, конечно же, убегает.
Джани. Аркейн, Буци. Есть медальон в Корейдж, левел 7. Так, ну и в миде Биджин 1 продолжает бить скрипов. Так. Ну, вроде собрались, Эро. Тот самый заветный артефакт, который они ждали, это, видимо, для Драгонайта было БКБ. И для Дума Аганим. Окей, дождались двух артефактов, пошли в атаку. И попытаюсь сейчас снести Тедди Тавр по миду. Здесь есть Глиф Фортификейшн, на дефе пока и в Рейв Кинг, кстати, который хочет подставиться, как я понимаю, да? Специально, что ли, или нет? Ну, торговал он своим лицом, потянул сюда Вайпер, здесь же Дроу Рейнджер, кстати, который 1400 монет после Огр Клаба имеет, очень даже неплохо фармит. Стоит отметить. Так, стан. Драгон Найт, Атар над ЕП, весьма неплохое по двоим. Ну, пошли вперед в атаку Эроу. Смотрите, заходит Лэнс, получает Вайпер Страйк. Умер у нас Рейв Кинг, конечно, бешеное замедление дает. Лэнс у нас умирает, пока минус один. Стан. Ксянг Заи, Биджин Леди тоже свой стан выйду, расстреливают. У нас Нинджа Буги под бомбом, как же боли. Дизи просто прожал тэп-аут и плохая атака от Эроу. Я удивился их прыти, когда они после ЕМП пошли в наглую под тавер и... Зря пошли ведь. Нинджа Буги расстреливает и очень сильно расстреливает. Ну и разменялись столько... А, ну инвокер, кстати, собрали такое, то есть и потерял перерождение у нас. В любом случае, победителем в этой драке вышли ребята из XT. Они сейчас ко всему, плюс ко всему еще будут сносить тауэр. Есть Living Armor, пропал уже Glyph Fortification, ну и опять же Ninja Buki. 2800 сверху. БКБ-то не за горами. Вот он, Metril Hammer. И буквально через одну пачку нейтрала будет уже и БКБ. Хочется посмотреть на Unit Force. Вот ради интереса. Пока топ-2, но учитываем тот факт, что на 22-й минуте у Дума уже есть давно Мидас, да? То есть он одним из первых покупал артефакт, а Draw Ranger нафармил столько же денег, но без Мидаса. Инвокер, видим. Топ-3. 8200. Драгонайта, в принципе, не сильно оторвался. То есть оба мидера пока на ровном, на ровной позиции по Unit Force находятся. Ну, а дальше оффлейнеры, Вайпер, Разор. Ну, Вайпер здесь однозначно переиграл, конечно, Ксянг Заи. У Разора лейн получился не очень-то хорошим. Огр Клаб этим появляется. И пытается фармить дальше. Ну что, 23-й минута встречи пошла. 9-4 в пользу Arrow. Пока по фрагам. Но замес предыдущий проигран. И вы знаете, вот этот замес, он в моральном плане очень неудобный получился. То есть, казалось бы, сами пошли в атаку и сами получили по голове. После таких обычных замесов ребята немножечко... Ну, некоторые команды приунывают, что ли, я бы сказал, и дальше уже не идут в атаку. Но не Arrow. Arrow прожимает смог и снова будут искать оппонента. Ставится обсервард. Пошли по низу, но снизу они никого не идут, даже в чужих лесах никого нету. Потому что тут их стены. Denied Tower по миду и бегает возле Эджа. Делает здесь на стаке, нет, не стаки, это просто Абендж сакрил себя и крипочкал. 2100, кстати, у него сверху есть. BG01 приобретает себе Drum of Engineers левел 8, и Ninja Boogie уже с БКП. Яша БКП Mom Фейзы. Ring of Aquila, 14 левел. Дэмэджа с руки немерено, 260+. И на этом, конечно же, Ninja Boogie не останавливается. Вы представьте, то есть сейчас, в принципе, выживаемость уже есть, ну, несмотря на то, что у него всего лишь 1200 хп. Купить какой-то Деедалус и сломать лицо всем. Ну, это в теории, конечно же. Пока она достаточно уязвима даже с БКБшкой. Ну, главное, чтобы, конечно же, тиммейты отыгрывали свою роль. Тиммейт отыгрывает действительно потрясающе. Инвокер держит на расстоянии, Вайпер держит на расстоянии, и Грифкинг держит на расстоянии. Видимо, так вот окружили они Дроу Рейнджа. Посмотрите вот на эти позиции. Вот так вот просто. Подойти, так, Вайпер получает нас Дум. Торнад ЕМП на развороте от Абенджа. Пошел вперед, Джонни хочет кинуть Оверграфт, не достает. Муспита не хватает, Эва по-прежнему. Поджогся, и Ninja Boogie на развороте, говорит, идите сюда, отбластовывается. Эроу, Джонни дал Варграф по троим. Пошел Драгон Найт вперед, Ninja Boogie прежде по КБшкой. Сейчас она закончится, Фокс проседает, тем временем загрызают, да, здесь Альшака. Пытается достать Ninja Boogie, кстати, Клинкон ловит, пытается мансовать ТП аут, сбить ТП нечем. И там отвлекает на себя еще внимание BG01. Дидизис, Даггер купил себе, да ладно. Перерождения у него еще не было, ну... Знаете, я давненько не видел Драгонайта через Даггер. Дизи умеет удивлять. Вот так вот он расправляется с оппонентом. Он просто догоняет его. Потому что постоянными блинками, конечно, оппонента поймать можно. Ну, здесь как-то не очень стены подрались. То есть, казалось бы, убегали. Потом дровка развернулась.
БКБ прожал, от нее убежали, то есть раскаятели, грубо говоря. Ну и пошли ее убивать только тогда, когда у нее БКБ уже практически кончался. Это, в принципе, достаточно правильный мув. Их стены другие вообще не разворачивались. Они могли пятером просто развернуться, пытаться подраться, раз что-то пошло. В итоге потеряли двоих, получается, и еще потеряли Тауэр. Неплохой выход от Эрроу. Забрали Тауэр, да, и тэп-ауты прожимают, и все моментально сматываются. Здесь цеплять просто-напросто нечем. Форстаф у нас купил себе Фокс, а Бенджа после Окида имеет ультимейт орб. Ну и Ниджабуки не умирал в предыдущем замесе, но и не убивал никого. В целом продолжает он фармить, теперь на нижней линии, уже 1800 монет сверху есть левел 14. Бьет крипочков. Повышает свой нетворс. Ну и здесь появляется Рошан. Ну что, плейтмейл у Дума. Ну, с Мидасом и через Деваур, конечно, фарм идет Лэнс, как бы там ни было. Он прежнему держит позицию топ-1 по нетворсу, но отставание, конечно, от Траксы минимальное. Ну что хочется купить в такой ситуации? Кирасу или же Шиву? На самом деле, очень спорно. Ну, Кирасу, наверное, в идеале купит себе Драгонайт потом, а Думу все-таки требуется Шиву с гуард какой-то. Ну, замедлить противников там и прочее-прочее много полезных свойств. Главное, конечно же, Дроу Рейджа получит бешеное замедление, на скорость атаки не так сильно будет бить. Ну, и где-то либо догнать, либо приостановить атаку команды противника. Так, у нас здесь BG01 в Эдвизе стоит. Очень опасный BG01. Ну, у него откатилось перерождение, в принципе, он может уже танковать. И начинается то самое стояние на Рошане. Никто не рискует идти первым, но чужой хайграунд. Прекрасно понимая, что окажется в неудобном положении. Подфармливает снизу у нас Doom. Покупает себе, кстати, дагер после плейтмейла. Два дагера уже будет у команды Arrow. Ну, как мы говорили, да, то есть X-стены обладают хорошими основными персонажами, которые способны бить с RNG и не подпускать противника. То есть одного это Viper Strike, у другого это Frost Arrows. Так, Viper Strike разряжает Джонни. Doom зашел, Вэва моментально кидает, смотрите, ультимейт здесь Вайпера. Очень больно. Разобрали инвокера тоже очень быстро. Ниджабуки отбастовывается, пытается пробить с руки под мобом. БКБ включает. Но даже под БКБ, как же он больно продамаживается просто от этого Драгонайта. Продолжается нас со временем атака. Попытка убить Биджиналитин, он тоже отъезжает, потерял только перерождение. Ниджабуки поймали тоже. БКБ у него закончился. Конечно же, Драгонайт здесь не отпустит свою жертву, используя дагер. Это минус 3. Ну, с учетом перерождения в Рэфкинга, конечно же. Он там сделал тэп-аут. Но в целом драку проиграли их стены снова в салат. Не могут пока выполнять какие-то танкующие функции ребята из X-Ten. Казалось бы, должны закрывать своей мощной спиной ребята из ребята такие как Wraith King и Viper. Но Viper получает Doom, сделать ничего не может, просто вынужден отбегать. Wraith King, в принципе, то же самое, он просто-напросто без шмоток. Один Drum of Engines, это не тот артефакт, который позволяет ему потанковывать. Ну и получается, что Ninjabuki охранять-то некому. А значит, к нему прямой доступ имеет и Драгонайт, и все остальные ребята из Arrow. Заходит Рошан, это будет Аегис. Аегис для кого? Для Драгонайта или для Дума? Ну, скорее всего, для Дума. Раз слотов нету. Торнадо залетел от инвокер. ЕМПшечку дал. Подцепил это ЕМПшечка, видимо, нас оставил без маны. Но главное, что Arrow забрали Аегис. Сейчас он себе взял это Разор, кстати, и покупает себе Сэндж. Ну, Сэндж, Хелберт, понятное дело. У Ниджабуги рано или поздно БКБшка будет 4-секундная, а значит, потом его можно будет затыкать. В этом плане Хелберт вещь незаменимая. Ну и здесь у Ниджабуги уже давненько не появлялось новых артефактов. Мы помним, он начинал с счета 4-0, по-моему, если я не ошибаюсь. Или 4-1. Ну, в принципе, не важно, но важно только то, что за последние минут 6-7 он купил себе ни одного артефакта. Просто ни одного. Ну и 2-300 денег. Да, 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 дела, дела. Какие-то у нас проблемы, тут кто-то отконнективается. А, ну тут Arrow написали wait. А, ну с мышкой какие-то проблемы, окей, подождем мы их. 13-4 счет, 29-я минута встречи подходит к концу. Смотрим на графики, стены вели по фарму, но вот опять же, проигранные замесы. И график идет уже в пользу Arrow. Ну, пока, правда, на отметке 0, но тем не менее. По XP в плюсе уже Arrow основательно, 3000. Такие жесткие эти у нас товарищи-организаторы сие квалификаций. Максимально, говорят, 5 минут пауза. И максимум 3 раза можно паузу нажать. Здорово. На американских квалификациях мы паузу 20-минутными ждали просто. Ну, просто командам давали
возможность переконнектиться, решать свои проблемы. А тут такое не будет позволено. Окей, окей, ну что, пауза отжимается, готовы смотреть игру дальше. Вайпер покупает себе Аганим. Ну, Аганим это здорово. Мека это тоже замечательно. Но от Дума не спасает. И это проблема. Ну, потому что Дум за счет даггера моментально добирается до этого вайпера, кидает свой ультимейт и практически исключает вайпера из замеса. Как с этим бедствием бороться, вопрос. Ну, есть такой хороший артефакт, как Окет от Инвокера. Вот почему бы не затыкать именно Дума? И пусть вайпер живет спокойно, пусть вайпер дает вайпер страйки с кулдауном 12 секунд и поиск атаки налево-направо. А как еще? Можно не подпустить Дума к вайперу. Непонятно. Ниндзя Боги. Купил себе ультимейт орб, все-таки мантастайл появится. Ребята из Zero собираются по миду. Есть у них, конечно же, Аегис, и как-то хочется его реализовать. Ну да, в принципе, мы видим, что именно DDZ покупает себе гиперстон, значит, будет делать Кирасу, а... Ой, мы подцепили Эва, но Эва в биде подставляется, бежит 0-1, беги отсюда, беги! Эва, конечно, будет умирать, уже без шансов. Дал еще стан, ну зачем ты это делаешь? Бежит 0-1, конечно, DDZ в догоночку. Кинул БКБ. Ладно, вайпер еще ушел с форстафами. Варграф Джонни не достает. Каким чудом вообще? Кто же его форстаф? Кто это такой жесткий персонаж у нас? Это Лишак. Ох, читер Фокс. Взял просто на хайграунд, закинул своего вайпера, это паут, и Зеро тогда не смогли. А это, кстати, уже вопросы к товарищу DDZ, который погнался за... Рейвкингом, да? Он думал, что уже вайпер однозначно в таверне и решил, что зацепит еще кого-то. В итоге получилось, что с двумя зайцами погнались и вообще никого не поймали. Старая поговорка работает в данной ситуации, и Эро остались носом. Ну что, ничего не получилось, да, вынужден отступать. В целом хочется, конечно, еще линейку тут 2 тавров снести. Кстати, Зарей не нашел, Ниндзя Буги, Мазуна, тут моментальный. Вот смотрите, не спасает пласт. Просто кинул себя грейв, тэп-аут и ушел. Ну, Ниндзя Буги остался с носом. Ну, хотя вы видели, да, какие куски отваливаются от Асла? Ну, это, конечно, суппорт, 1000 хп, но в целом все равно, конечно, очень-очень больно было. Продолжает фармить у нас тем временем Dragon Knight в своем лесу, на топе Doom. 3300 имеет, кстати, там. Покупил он уже себе рецепт нашего Сгуард, и летит курьер по тайную лавку за Мистик Стафа. Ксиангзай купил себе Хелберт, конечно же, 1100 монет сверху. Ну, хватает артефактов у Эру, очень хорошо они впакованы. Если смотрим на Творс, видим, что вроде как и Инвокер тоже должен иметь плохие артефакты. У меня пока 2900, конечно, появится, может быть, Хекса. Но вот 1300 хп, и меня это вообще не нравится. Это очень-очень мало, и вот эти даггера, конечно, это... Я сперва немножечко не поверил в даггера Dragon Knight, я сказал, что это какое-то странное решение. На самом деле здесь все очень правильно. Доставать Инвокера, доставать Вайпера и давать нужные спеллы, вот... Вся задача, скажем, для команды Arrow. Даггера в этом плане, конечно, очень-очень сильно спасает. Появляется у Разора, у нас, видим, поинт-бустер. Будет делать себе аганимчик. Лэнс после шоу-сгуарда фармит дальше. А, все-таки Рикин сферу приобрел себе инвокер. Не пошел в хиксу, пошел в линку. Добавляет выживаемости своему персонажу. Все-таки не хочет стать каким-то станами, какими-то прокастами. В целом его тоже понять можно. Ну, на Т2 зашли ребята из Arrow. Пробивают с руки. Торнадо ЕМП. Все в никуда. Конечно, немножечко... Пофиксили это ЕМП, вы помните, в последнем изменении, в последнем патче время разрыва этого ЕМП увеличили на 0,3 секунды, но, казалось бы, мелочь, а вот на практике, конечно, это очень много. Так, теряем Dragon Knight, да ладно, хоть Ниндзя Буги! Вынужден юзать БКБшечку, чтобы не подставиться, и потерял еще одну заветную секундочку от своего хорошего артефакта. Ман достался, кстати, нафармил, БКБ осталось 7 секунды. Назл у нас отпушивает тем временем топ-лейн. DDZ снизу, гиперстон 2100. Ну, таки раз еще. Фармить, фармить. Хотя пару стаков эншентов и все получится. Дом 1100 монет тоже. Ну, в целом, видим, что уже Dragon Knight вплотную подбирается к Draw Ranger. Видим, что Тракса фармит не так хорошо, как ребята из Arrow. Ну и графики, в принципе, нам об этом тоже свидетельствуют. График ползет вниз.
D2000 Plus уже вывезли себе Arrow, PXP, Display. Преимущество небольшое, но в целом последние замесы и вообще последние минуты на руку Arrow проходят. Ну и счет, конечно, тоже немножечко удручает команду стен, я уверен. 4 фрага сделали за 33 минуты. 34, извините. Не так уж и много. Ну что, Рошан, точнее Аегис, пропадет у нас через 30 секунд. Реализовать его Arrow не удалось. В целом снесли тут 2 тавер. Ну, остались еще 2 тавера. В топе и снизу. Вайпер. 1500 денег. Курьер приносит у нас там брейвкингу форты. Такой опорный суппорт у нас BG01. Мне, кстати, это не очень нравится. То есть мы привыкли, например, видеть брейвкинга с каким-то блейдмейлом и смайлшторм, да, который в целом может помочь своим основным персонажам носить какой-то дэмэдж. Это демонстрировали, например, в предыдущей карте товарищи Зефиры. Но вот здесь нам брейвкинга заставили, да, покупать эти вардишки. Лишак пошел в артефакты. Вот если было бы наоборот, мне кажется, было бы круче. Ну, то есть, пусть Лишак сидит на вардах, от него много не требуется, он поначалу должен был давать свои станы, там, с диаболиками подпушивать товара. А брейвкинг все-таки как-никак имеет большую пользу, полезность ближе к лейт-игре. Ну, это мое имхо, не знаю, ну. Странно такое видеть. Брейвкинг, брейвкинг. Ну, ладно. Подал у нас вылазка от Эро, пытались кого-то найти. Тут я опять же спрятался Draw Ranger. 1400 монет, если типа, после Манта Стайл. 194 крипа, кстати, убил. Очень интересно посмотреть, насколько же сильно отстали по крипам Arrow. Но вот, видим, 180 у Дума не настолько уж и много. Травка, конечно. Хоть и фармит хорошо, но не топово. Ставим 5 на Творс. Так, Boots of Trail появляется у Дума. Вайпер. 1100. Продолжает фармить, но делит фарм уже, видим, на двоих. Здесь еще и Draw Ranger вся потянулась. Внешний тавер остался только снизу, но до него добраться из стен ребята не могут. Так, ну и вот уже сами Arrow пошли использовать Т2. Есть здесь Глиф Fortification, но дефать, я, видимо, вижу, никто не стремится. Опасается связываться какие-то драйтеры, не смотрите, Фокс здесь, Миди, что ж ты делал-то, Фокс? Лэнс просто заходит, окидывает свой ультимейт и соло забирает фраг. Снизу. Инвокер синициировал. Торнадо ЕМП. Все это Дазлика. Дазлик фурстав. Хороший, в принципе, помогает дистренд. И спокойно уходит. Ой, Лишака развели еще на байбек. Это тоже круто, кстати. И спокойно ушли. Оставили 2 тавер. Даже не Дунай был, кстати, на следующий заход. Ну, а Эро получился очень качественный мув. Ну что, 37-й минут встречи пошла. 14-4 стат. 1400 монет у Разора. После поинтбустера будет делать себя гоним. Скоро у него появится. Тут дабл дэмэджа бегает Draw Ranger. Ninja Boogie. 1800 монет сверху. Что нужно? Какие артефакты могут спасти? Вопрос. Тренд очень интересно спрятался. Смотрите. Ну, понял, да, что концентрация героев противника зашкаливает. И нужно лучше отсюда отступить. По-добру, по-здорову. Так, бегает Абенджа. 1500 монет у него есть. Так вот, мы остановились на том, что какой item build выбрать Ninja Boogie в данной ситуации? Идти в дэмэдж какой-то, или же артефакты больше своего характера, что-то типа баттерфляя и керасы собрать? Или же, я не знаю, какой-то доедал с МКБ и петлица? Что нужно? Ну, 1600 хп, конечно, меня не радует. Он включает мом, и он очень быстро распадается того же самого Дума и Драгонайта. Вайпер Страйк, Лэнса. Фрост Эрос, Вайпер Страйк. Ой, поезд атака, конечно, очень-очень больно Лэнсу. Так, сирением DNZ, зашел Вэва! ЕМПшечка. Там, в принципе, Драгонайт платформа, ничего страшного. Урграфа Джонни весьма неплохо. Фокса рассказ. Эва проседает. Эва будет умирать. Джонни. Пытается убить Ninja Boogie. Ninja Boogie БКБ. Лэнс пытается его пробить. Фокс уже тем временем отъехал. Уже минус 3 в исполнении Arrow. Перерождение от BG01. Ну вот не хватает дэмэджа, чтобы пробить ребят из Arrow. Еще один торнадо залетает. Джонни, скорее всего, у нас погибнет. До конца у нас, видимо, идет Doom вместе с Драгонайтом за Ninja Boogie. Его тоже убивают. Это минус 4. С учетом даже респауна в Рейвкинга, это же минус 5, можно сказать. Остался жив только инвокер. Да, бил Тракса, бил Вайпер. Били все. Пробить не смогли. Ну, тут Дум просто уже 26 брони. У Драгонайта там 36 брони. То есть физический урон они блочат очень даже хорошо. Тут 70%, Дум резистит на 63%. Все-таки дэмэджа Draw Ranger явно не хватает. Ну что, забрали они Т2 тавер, по это дело без сопротивления. Сейчас будет попытка зайти еще и на ХГ.
Можно ли вообще здесь развести на байбек Blue Ranger? Ну, в теории, конечно, можно было. Решили не рисковать Arrow. Они сейчас захватили хорошую инициативу на этой карте. И могут действовать так, как они хотят действовать. Они хотят забрать Рошана. Ну, окей, там сыр Аегис. В принципе, это вполне логично. Пока нет Роксы, Рошан тоже упадет на халяву. Ну что, Arrow практически в шаге от того, чтобы возглавлять уже турнирную таблицу и сделать счет 2-0. В этой таблице. Напомню, что у них уже есть первая победа. У стенов уже было первое поражение в первом раунде. Ну и сыр Аегис для Arrow. В частности, Разор забрал именно Аегис себе. Драгонайт взял сыр. И теперь покупает себе еще и Кирасу. Ну, Драгонайт. Ой, у нас у Трента тем временем появляется, видим... Такер тоже. Ну, мастер инициации просто Arrow сейчас будут влетать. Три таких мощных, массивных персонажа. Вот эти вот Трант Протектор, Дум и Драгон Найт на дагерах будут влетать и насиловать команду противника. И что самое интересное, стены в этом случае ничего сделать не смогут. Ну, до этого момента не могли. Я сомневаюсь, что и потом смогут. Что им такого придумать? Ну, может быть, есть смысл, я не знаю, как-то под смоками, может быть, пробежаться пятером, поймать одного-двух, там, растерзать под колл-снэпами. Ну, видим, что Arrow так подставляться не будут. Если они бегают как-то, то бегают кучненько, да? То есть не рассредотачиваются по карте. Это правильно. Дизи продолжает фармить. 2300 у него есть после Кирасы. Джонни. Helm of Iron Will покупает Little Talisman. Кстати, Will of Discard, что интересно. Казалось бы, не особо-то много магического урона у ребят из Arrow. Но Discard заезжает. Появляется ультимейт Торпу Инвокера. Фокс у нас Фростаква Скептер. И Дроу Рейнджер. 2300. А где артефакты Нинджа Буги? Вот мне это интересно. БКБ Манта Стайл Мом. Я этот артефакт, этот набор артефактов видел минут 20 назад. Ну, окей, 15 минут назад. Больше ничего не видел. Надо покупать. Вот он что-то продает, еще что-то продал и что-то купил. Купил. Да, все-таки в Дейдаус идти в дэмэдж, хоть какие-то куски пытаться отваливать за месяц от противника. Получится ли вопрос или нет? Ну, а пока 223 крипа убито. Дэмэджа с руки, видим, там... Ну, за 300 переваливает, конечно. Ну, с резистами намного меньше. Эва снова подставился, но 0-5-2. Вайпер. Видим, что покупает он себе кольцо после ультимейта арба. Хочет купить Легендсферу. Надоело ему висеть все время под домом в замесах. Но есть подозрение, что он эту Легендсферу уже не дособирает. Заходит моментально по миду. Там еще кто-то пытался подставиться. Фокс. Ну вот Форстаф спасает его уже не в первый раз. Впрочем, как от тиммейтов тоже спасает своим Форстафом. На топе Дро Рейнджа пытается у нас идти в размен по ТВРам, по лайнам. ЕМПшечка взрывается, снова никого не касается. Конечно, не очень удачный торнат ЕМП получается инвокера в целом. Ну и продолжаем смотреть за этим заходом. Вот ребята из Arrow. Так, есть Silence. Ну вот очень аккуратно играет Arrow. Это, конечно, тоже стоит обратить внимание. То есть даже какой-то такой малейший сплит-пуш, а уже моментальная реакция. То есть DDC решил не рисковать, отправился на топ-лейн, отдефл сторону, собрал себе Майлшторм. И... сейчас, может быть, вернется в мид и пытается снова атаковать. Да, Вейл уже есть у Джонни. Дум покупает себе, кстати, рефрешер. Ой-ой-ой. Ну, даже Легендсфера не спасет. Если первый раз у Лэнса не получится накинуть свой ультимейт на Вайпера, со второго раза он точно это сделает. Ну, или же на Инвокера. Ну, причем на Вайпер-то проще, он еще и Легендсферу тебе ту самую не собрал. Что, Вайпер-страйк. Ксянг Заи. Заходит пачка крипов, Драгонайт под формой, Разор, никого не боится, есть у него, конечно же, Аегис, он идет торговать своим лицом. Биджи 01 подставляет снова свою стану, чуть было не отъехал, 287 хп, Дум заходит просто спины, Шивузгуард просто зашел, не ожидали такого врыва ребята из XTN. Подставляется Эва, снова под рассказ и снова отправляется он в таверну. Стат Лешака, в принципе, уже ничего не значит, дэмэджа носит просто 0,6. Ой, тут Оверграф, подцепили Абенджа, Биджи 01, тоже будет умирать, Фокс умирать будет тоже, там уже... Разор бегает просто под гонимом, его ультимейт очень сильно пробивает. И вот Нинджа Буги, БКБ прожал, Мом прожал.
И чуть было лицо свое не отдал. Смотрите, Дизи на развороте прыгивает атаки, рестан, ниндзя-буги, и разорвали просто моментально. Разор трипл килл себя оформляет, минус 3. Суммарно получилось с этого захода от Эроу и ГГВП в исполнении XTN. Хорошая катка от Эроу, очень уверенная игра, хорошая реализация своего пика. Ну, все просто сделали так, как они должны были это сделать. Поздравляем со второй победой. XTN, к сожалению, у нас начинает эту квалификацию счетом 0-2. Тяжело им будет, очень-очень тяжело, но в целом пожелаем им удачи, надеемся, что они поправят свое положение и потом что-то продемонстрируют. Так, дорогие друзья, мы с вами прервемся на небольшую паузу, рекламно-музыкальную, и будем врываться на третий матч у нас по счету. Напоминаю, что у нас сегодня 7 матчей предусмотрено, ну, 2 мы уже посмотрели, часть сделана. Итак, пока у нас, собственно, игры параллельно идут, вы там переключайтесь на StarLadder 1, 2, 3 канал, там матчи у нас какие-то должны быть еще идти, а я пошел отдыхать. Thank you.